Итак, что нужно для того, чтобы починить ваш компьютер? Вам нужно взять в руки отвертку, открыть ваш компьютер, найти неисправность, устранить ее и снова закрыть ваш компьютер. Ну а если говорить серьезно, вы можете просто написать в комментариях под этим видео, описать вашу проблему, и в том случае, если вы подписаны на мой канал, поставили лайк под этим видео, я обязательно помогу вам понять, в чем неисправность вашего компьютера, и постараюсь помочь ее вам устранить. Пишите в комментариях, что за проблемы у вас с компьютером. Постарайтесь описать вашу проблему как можно подробнее. И если вы подписаны на мой канал и поставили лайк на видео, я вам обязательно отвечу. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.